Подъехал к пешеходному переходу, чтобы повернуть налево, и вдруг удар, говорит владелец машины. Антон признается, среагировать не получилось. Все произошло за считанные секунды. Вылазим, подходим. Ну, дядька в машине сидит, и, ну, видно, его там плохо ему стало. Ну, колотится весь уже, как эпилепсия, ну, вроде бы. Ну, утверждать не буду, но вроде бы как. А не точно в 12:04 водитель, управляя автомобилем Toyota, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo и Volkswagen Passat. Затем совершил столкновение с автомобилем Opel. По факту ДТП проводится проверка. Все три автомобиля получили механические повреждения. При столкновении японец в прямом смысле смял дверь немца. Чтобы восстановить автомобиль, владельцу придется попрощаться с крупной суммой. Еще одно ДТП произошло на Минской. Не успев на разрешающий сигнал светофора, Volkswagen резко затормозил. Позади ехала Toyota, водитель успел среагировать и нажал на тормоза. Следом движущаяся Honda не успела и снесла бампер японцу. По факту ДТП проводится проверка. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.